Компьютер не понимаешь, мы на лодке находимся. А! Ты видел? Да. Вообще больные просто. Давайте изнасилуем. В этой канализации, да? Я сказал. Прикинь, сейчас нечаянно на курок. Нифига ты. На берег. Вот я не знаю. Какой скутер есть этого, Джесси нет. Далеко-далеко. Или во. А, ты хочешь пить в жопу туда заехать? Ну, ладно, давай. Ну, можешь назвать это так. Во, нифига ты. Это как в девственницу входить. Что? Давай, вталкивай меня. Ой-ой-ой. План капкан. В корме яхты. Главное аккуратненько сесть. Главное аккуратненько сесть, тихо, не на воду, в воду, Коля, взлети. Вообще. И как теперь я попаду наверх? Подтолкните, ребята. Ой, а где винт? Винта нет. Давайте зайдите к нам. Вот теперь давайте. Где вы вообще? Все на катер, все на катер. Все на катер. Меня туда высадите, хотя бы сзади, я сзади их убью. А мест, тут не мест нету, только, по-моему, место. Да, мы так можем. Здесь место еще. Убери свои бомбы липучки. Ой. Спасибо. Ты выпал? А, да. Слушай, мне кажется, ему надо рыбаком быть, знаешь, таким этим. Браконьером? Сейчас. Глушить рыбу? Да, браконьером. Сейчас варпач улетит, катер. Не, не улетит, нормально, я живой. Ты уверен? Да. Пока варпач. А, вот я за буйки зацепился. За буйки? Что? За буйки, да. Эй, уберись это! Сядь нормально. Сел, сел. Сядь за парту! Сядь на место! Паспорту? Джесси, хватит, Джесси, прекрати, Джесси, стоп! Генерирует откуда-то, из жопы вытаскивает, не знаю, компамчик дать, я понимаю. А, он закупается постоянно, понятно. Все, стоять, да, я выйду. А, подожди, давай, давай, вот, выпрыгивай, опа, нормально. Я под катер уплыл. Я не знаю, как отсюда проходить, но я попробую. Да там просто все. А уже рассвет, у нас нормально. У меня уже брони нету, ёпта-мать. Я такой... Ты об воду броню убил, что ли? Наверное, я не знаю. Вот, даже отсюда можно вас прикрывать снайперкой. Погоди, не двигай! Нет! Короче, тут душ, я останусь в душе. Прикрывайте вход, чтобы ко мне с задницы никто не зашел. Так, пошли вместе, пойдем, пойдем. Так, чтобы задницы не зашел. Я здесь уже всех убил, только вон там, вон в комнате. Вон там остался. А там будет еще, там два нигер и качок еще будет, аккуратно. Вот, все, минус один я еще. Я попал по мне, ублюдок. Так, трех снял уже. Так, там будет ники, давай я со стороны зайду тоже. О, вижу, вижу, вот ты засранец, стоять. Стой, стой, не двигайся, погоди, не двигай. Ой. Вот, тяжело целиться, это ж геймпад долбанный. Блин, он по инерции еще плывет. Бери кокс сзади. Есть, голову. Я взял кокс. Только он взял. Все, здесь кокс вы взяли, пойдем наверх. А, наверх. Он какой-то безмозглый. Лево, вертолеты. Ага, только... Вы собьете их, а то мы сейчас выйдем, я могу... У меня ракетницы нет, вот. Давайте я собью. У нас проблема. Ты же у нас под... Так, подожди, кто-то здесь пробежал, нет? Вот здесь вот справа кто-то сейчас сидит. Да, стреляет по мне, блин. О, рассвет уже. Да пошел ты нахрен. Красиво. Урод. Где вертолет? Справа один точно есть. Ну он где-то... А, он взлетает, они, короче, с пирса взлетают. Сейчас, дождусь. Не, где ты... Да вон он, смотри. Не, не спирс, слева, а вон. Слева, слева, слева. Да вот я вижу, он, вижу. Лёв, сядь. Катя. Но я не могу попасть. А эта игра глючит поставила. Он думает, что мы там находимся. Компьютер не понимает, что мы на лодке находимся. А! Ты видел? Да. Вообще больные просто. Да я не могу. Он, подожди, надо что-то на месте. Ты вывалил! Кого ты там вывалил? Как гон, а ты удержался, что ли? Да. Это радео какое-то. Ну, перевернулся. Капец, о, Касси по вертолету! Арпач, он наверху. Сейчас, 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 сейчас. Я пытаюсь его тут сбить внутри. Нормально. Сейчас отсюда. Уйди, Джесси, Джесси, ну блин. Все, стой, вот так. Так, нормально. Во, все, по красоте. Прям мимо этих пропопал. Пропопал. Так, нанизу мы все взяли, короче, идем сейчас наверх. Все, не используй репутацию. Все, хватит! Давай, 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 давай.
А, мы здесь хер заберемся, наверное. Это надо туда дальше, по салону. Вы видите, где моя снайперская позиция? Не-а. Я на дне лодки. Не лодки, что? Лодка перевернулась, и я вот по ее этому... Я на дне, да. Ладно, я на дне, мой мальчик. Ой, кайчик, заберите там. Так, аккуратно, ну все, началась толпучка. Джесси, ну Джесси там обраги. Абрагим. Абрагим. Ну там какой-то нигер был. Это знаешь, да. Справа чувак с дробашом, как сразу говорю, справа чувак с дробашом. Ой, блин. Ну убивай его. А я боюсь его, он страшный с дробашом. Давай я туда гранату кину. Давай. А-а-а! Ладно, я же говорил, все убил, повезло. Убил. Самый страшный чувак. Так, все, стоять, все на месте стоим. Я сейчас для Верочки туда это пущу. Эй, я тут стою, подожди, куда ты? Какую Верочку собираешься? Да не, не туда, он туда. Запускаем Верочку! Нет, там никого нет. Он нарвет. Так, я пока в машинное отделение потихоньку пробиваться. Так, на этом уровне, кстати, нету кокса. Надо выше подниматься. А выше поднимаемся, там сразу враги. А никого не смотрел, что на потолке висела липучка, нет? Вы уже убили, да, там? Да, там все уже хорошо. А, ну все. Мы же сразу, мы же на катере вот раз. Понятно. Я, мой сверху, мой сверху. Так, наверху никого нет? Есть еще один. Ёпты, что за взрывы? Убил, убил. Все, хватит, хватит, всё, жесть. Всё, ты да. Сейчас взрываешь друг друга. Жесть. Как все дрожит, то земля, ты все. Я пошел наверх, я там знаю, где лежит кокс. Хера себе, обезьяна. А-а-а! Привет. Привет. What the fuck am I doing? Факу. Факер сплошной, короче. Так, патрончики, аптечечка. Аптечечки не забывайте, разбросаны. Так, ребята, аккуратно, здесь вот еще. Сзади, сзади, по мне. Я убил. Да, вот тут прошлись, тут просто огонь. Все, я последний. А, не последний, еще есть два. Украдите кокс. Сейчас он прям, смотрите. Где? Who's my name, bitch, что? Так. Они у меня на этаже тут все. Там бронюшка, там бронюшка. Там чушка. Так. Все, убил. Все, кокс забираю, все. Лёва, где? Сверху, вертолет сверху есть? Кокс, нет, мы же... Я забрал кокс, все, все. Все, уходим. Не взрываем, ничего. Ой, уходим. Главное, не умри. Джакузи. Кокс на склад нужно. О, Лёва, ты здесь, что ли? О, сейчас полицейский допустил. Мы же вертолет утопили, не помнишь вначале? А, точно. Просто мне казалось, ой, это было много серий назад. Это было, ребята, это было так давно. Че, вы уже все сели? Да. Уйдите от полиции. А куда? О, от полиции же еще уйти. Да это вот изи, сейчас вон там скроемся. Вон через этот через тоннель. Канал, да. А, через канал? Пойдем через канал. Конечно, проще всего. За нами вертолет. А как вы там... А, все, понял. А мы просто там... сейчас тут остановимся и подождем. Подожгем. Подожгем. Подожжем. О, все. Нормально, тактично, стоим, ждем. А у меня секси девушка, смотрите. Где подобрал? Это чисто девушка, скорее, не секси девушка. Давайте ее изнасилуем. В этой канализации, да? Я сказал. Прикинь, все нечаянно, но курок... Нифига ты. Че, у меня ломка есть? Слушай, ты мне реально пытаешься по башке попасть? У меня есть вот... Ой, я стрелять-то как? Сейчас. А, хватит, прекрасно. Ой, я слез. Сейчас Джесси бомбы возьмет, сейчас жопа будет. Так, ну все, доставьте кокс на склад. Кто чё там, а? Держи, там опять С4. Дебил! Сорвёшься! Нет! А что, чё не взрывается граната? Фух. Фух. В натуре фух просто. А чё не взорвалось, вы это видели? Это меня заберите. Милость Господь дитя называется. Эй, Варпач, да я забери. Здесь, я назад еду. Он просто останавливается. Уйди отсюда. Давайте как, я машину... Как она не взорвалась, просто страшно было, я не знаю почему. Ава! Приехали. Пойду машину угоню, если что, ко мне засаживайтесь. А где склад, далеко? А, на берег. На берег. Ну, склад я не знаю. Ха-ха! Вот, скутер есть этого, в Джесси нет. Далеко-далеко. Берег. Так, машины. Бип-бип! Выпрыгивай нафиг отсюда. Вот.
Почти. Все, бежим. Меня Нойс. Ни слова по-русски. Слышите? Меня подождите. Давай, ну что там. Машина имеется. Хватит взрывать. Уже, господи, все взрывать-то. Ай, вы странные шахиды. Так ты же сам про себя сейчас. Да нет. Ты же взрываешь. Нет. Как нет? Эй, это полиция, где моя машина? Смотри, машина на BMW похожа. Да вон, садитесь ко мне в машину, четырехместная, и прокачусь ветерком. Хотя бы едет, да? Хотя бы едет, но... Че не сел? А там просто какая-то красивая. А, японский автопром, а? Какая классная тачка. Свались! Эксклюзив? Чисто Марс Алиэкспресс к вашим услугам. Да-да. Все, еду. Так, сзади кто остался? На машине? Не-не, мы все на машинах. Блин, очень опасно сейчас мне вести Джесси, блин, у него гранат столько. Просто, знаешь, чувак, который обмотался всем! Да. Просто чувак, да, который обмотался минами, липучками, гранатами и просто готов любую минуту задетонировать. Давай, взрывай! Фига ты, демон. Ну вот так не надо делать. А это близко было, да? Да, вот это было близко. Вот сейчас будет смешно, если вы взорветесь. Это будет не смешно абсолютно. Это будет очень грустно и печально, я напишу об этом книгу. Это просто, знаешь, все бросают геймпады и ну нахер это говно, да? Вот, нет, стой, не взрывай, нет! Слушай, когда Лёва начинает так говорить, я просто боюсь. Прикалывайся, все, не надо. Копы! Из-за тебя у нас копы на хвосте! Черт! Ладно, езжай, езжай. Уезжай, куда. Все, я на месте, сюда езжайте. Я пытаюсь как-то сделать, но что-то не очень получается. Ой, тут рельсы! Причем просто рельсы. Я все поломал. Кто нас увидел-то? Поломал систему. И кто, блин, едет? Машина по городу. Нифига у меня машина грязная. Слушай, реально круто. Так. Опа! Сюрприз, мадафаку! Так, а где, говорите, склад-то? Вниз, вниз. Там же? Я просто давай, вижу, как запчасть от машины. О, Коля тут. Люди бегут. Коля, смотри, какая грязная. Ой, у тебя помятая машина. Они доработали так, что-то, похоже. Так, всё, больше не взрывай. От копов сейчас у тебя... У меня у тебя чистая машина. А у меня грязная, пипец вообще. Для каждого своя весь будет. Хреново. Блин, графика реально вот в разы лучше стала. Прям смотришь. Прям в разы, да, конечно. Так, копы, копы, копы. А вас-то они видят? Нет, они только нет, вас видят. Только нас, да. Ну все, сейчас. Так, заезжайте сюда внутрь и все. Вот этот, да, тут вы ускроете. Ну уже мы тут заняли позицию, ждем, вот все. Все, приподержи свои эти вот пироманские штучки при себе. Ай, давай, заезжай. Коля, потолкни меня. Как они нас увидели? А ты где? Да я вот. В смысле, сзади, а что вообще? Едь. В чем их проблем? Как тебя подтолкнусь? Сзади как-нибудь или во. А, ты хочешь тебя в жопу туда заехать? Ну ладно, давай. Ну, можешь назвать это так. Во, нифига ты. Это как в девственницу входить. Что? Давай, вталкивай меня. Ой-ой-ой! Это. Да вы просто не видите, как эта машина проскользает здесь. Проскользает. Давай. Ну, каждый раз, когда Барпач говорит о чем-то скользком, входит, выходит, представляет пошлости от него. Вот у тебя сжимает шины. От радости. Да ладно. Да, в этом мире на еще одну. Просто Коля меня подталкивал, а сам просто... Коля по моей машине проехал через... Ой-ой-ой, что-то... Ой-ой-ой, пошли глинки. Капец, почему вот они у нас вообще за нами поехали, я вот этого не понимаю. Пач, готовься. Готовлюсь. Давай. Готовь свою жопу. Готов... Смазал? Да, давай. Ты что там делаешь? О, смотри, прилетели. Так подожди, ты ж давай подальше. Отойди. Вот газ в пол жми, Варпач. Давай, давай, жму. Жму. Во, ну почти. Ну ладно, пофигу, все, идем. Так. У-ху! Нас до сих пор висит, уйдите от полиции, по крайней мере, у меня. До сих пор уйдите от полиции. Я слышу мигалки, но у меня нету. Ну они так, нас не видят. Так что все спокойно, сюда заходим. И все нормально. Эй! Ты что там делаешь, а? Hello! Ой, меня выкинуло из машины.
Все нормально, наконец-то, блин. Мы своровали кокс. Сколько времени прошло? Два часа? Полтора? Нет, я час, наверное. Надо еще задумать. Unless it's Trevor who's interrogating, in which case I was very much here. Что? Какой-то Господи, больной. Какой же он неопрятный и антисанитарный, а? Какой же он Ронда? Ронда. Не дай себе засохнуть. Знаешь, такой чувство, когда его очень сильно покусали комары. Вот кто батя-то, вот кто. Вот кто батя. Батю-то завезли просто. Вот на катер, десант. И все, да. За ВДВ, ёпты. Я уровень 47. И уровень 228 почти. Ну вообще жестяк. Почти 227. Точнее, сейчас 227, почти 228. Эй, йоу, 227. Это Альбукерки 348. Сученьки. Да. Интересно, в каком месте мы сейчас будем ошиваться? Ну, там же, наверное, около склада. В фонтане пьяные валяться будем, как Тревор. Погружается еще. Да, у меня тоже погружается. Черный экран. Люди в черном. Просто ночь. Сейчас просто трейлер. Люди в черном 4. 4 рыла. Ну, давай, прогружайся. Это норм. Возьму, что-то эпическое рисует, поэтому долго. Эпическое. Или память приставка загружает. Сегодня мы берем карандаши и рисуем финальную сцену миссии. Знаешь, что это вот просто ребята такие, по-моему, в PS4 сидят такие мультяшные и рисуют. На роботы живут PS4. Да-да-да, вот график вам. Мне опять приглашение пришло. Такие они каждый раз в секунду вот робот рисует, чтобы кадры выдавать. Так получается 30 роботов в секунду? 60. Можно 60 роботов поставить, да? Тогда прорисовка быстрее будет идти и больше кадров будет. Бедные роботы. Логично. Вот, что-то просирается, да? Да что-то нифига. Я только что-то немножечко поменялось. О, все. Только я главный Джесси курю. Курение просто вредит вашему Смог здоровью. Ну все, давай, начинай следующую миссию сейчас. Ну типа звонить же должен, да? Не, ну сейчас появится смс-ка. Опа, не успел. Награда, медали сдали. Смог вьюби, да? У нас тут дрифт. На этой хер подрифтишь. Она у меня опущена, потому что... Я хотел бы вас попросить...